Здравствуй, любимый зритель, ты слышишь Алексея Халецкого, это значит, что ты на канале Лёша Играет. Идет 53-й год правления Дидоны Великой. Да, конечно, уже пятую серию, по-моему, я начинаю за нее очень долгое правление и славное. И вообще, если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше начните с первой серии. Ссылка есть в описании, либо в правом верхнем углу появлялась. Спонсоры канала, все серии видят сразу во вкладке сообщества, ну а я продолжаю. Тут мы занимаемся нумидийцами, выполняем амбиции, ну 4 амбиции за правителя, то есть практически половину уже необходимых для победы я чисто за одного правителя выполнил. Это, конечно, что-то с чем-то. Так, харизму... Да, харизму прокачиваем Дидоне. Супер харизма. Она даже не болеет у нас, понимаете? Даже не болеет, хотя у нее, кстати, есть проблемы. Она в бою получила рану когда-то давным-давно, когда была еще молодой. Так, наверное, монастыри буду открывать. Конечно, бесплатного лучника можно... Может, бесплатного лучника возьмем? Давайте бесплатного лучника, почему нет? Так. Теперь. Лечимся. Лечимся. Надо этих ребят. Тут же так. Ведь он тут всем наносит урон, но просто этот в лагере, поэтому меньше. Так, что у нас еще? Кое-что, ну, когда ложилась спать, какую-то вспышку заметил. В общем, либо рандомную теху получаем, либо 1000 денег. Лучше, конечно, теху. Несомненно, тем более... Так, машинери это что? Тем более, что я бесплатного лучника сейчас исследую. Ага, вот. Это анагар можем строить. Кстати, надо попробовать построить. Он урон наносит вокруг. Знаете, в квадрометуме поставлю... Ну, пускай сделает офицера, и после этого анагар пускай строит. Так, в Завесте я построил архив второго уровня. Дальше невозможно... А, нет, возможно, кстати. А, нет, невозможно. Видите, вот эти две невозможно, потому что требуется культура уровня Strong сильно. У меня только Development пока. Но вот Treasury можно сделать, но я бы здесь, наверное, лучше сделал спеца. Вот, садовода. У меня жителей тут... Несколько имеется. Дальше. Тут гарнизон я построил, поэтому сюда можно губернатора. Ну, что, у меня только королева в губернаторы, возможно. Ну, не знаю. Это не тот город, где бы она пригодилась, мне кажется. Под Рометуми у нас сидит губернатор, в Карфагене сидит, вот в Гипорегиусе нету, да? Ну, тут нет еще и границы. Я бы хотя бы в Гипорегиус. Не хочу сюда губернатора пока определять. Так, ну тут, наверное, бараки. Потому что это военный, от военной семьи у меня город. И уже камня менюшка не хватает, так что куплю. И буду бараки строить. И здесь... Ну, в принципе, да, давайте каменоломню, наверное. Рядом просто каменоломня рядом с горой дает бонус к добыче. Так. Добиваем. Лечимся. И этим парнем вот тут лечимся. Значит, у меня 10 приказов прям осталось. Так, а я поселенца строю. Я строю последователя иудаистского, потом... Вот потом уже, наверное, поселенцы тогда. Что мне надо еще вот эти два места заселить.
Блин, 9 приказов осталось. Что-то я тут ломану. Ну ладно, мне следующим ходом Берема появится. Начнем плавать по морю. Наверное, в первую очередь сплаваю Египет найду. Потому что я пока из реальных цивилизаций встретил только Рим. Зачищено не должен, по идее, идти. Хотя... Нет, не буду я слоном пытаться добивать. Так, делегация из Рима прибыла с предложением свадьбы для Отр. А Отр это у нас... Что за девчина? Что за прогажи? А, ну это довольно далеко в ветви, да, можно соглашаться. Я думаю, я хочу как можно по максимуму с Римом породниться, по максимуму дружить. Изменим немножко историю. Так, либо дисциплинированный, либо дисциплинированный, харизматичный. О, мне вот этот нравится. Судья. Возьмем этого парня. Так, вот здесь можно вот этого назначить в губернаторы. Так, там получили бесплатного лучника. Ну, я бы, честно говоря, три ремы открыл, а не лучников. Потому что мне тут скорее уже нужны морские юниты, а не наземные. Я практически уже закончил свою наземную кампанию. Так, конечно, такой проезд по морю смешной. Ну, в общем-то, у нумидийцев осталось 6 коней, и все. И на этом их армия закончится. Так, я уже практически все улучшил в самом Карфагене. Вот две клетки осталось. Вот тут и вот тут. Я бы вот здесь что-то... Какие у нас есть? Адеон поставить, может... Ну, форт я точно не хочу. Фермы. Так, хорошо, а что у нас есть в плане чудес? Не, ну тут везде камни нужны. Это слишком круто. Так. Давайте урбан. Здание. Ну, бараки. Вот эти две штуки мне в этом городе точно не надо. Я тут не буду юниты строить. Может, какое-нибудь святилище очередное. Кстати, акведук. Ну, я акведук не открыл еще. Просто я не могу его поэтому строить. В общем, какое-нибудь святилище из двух. Или, может, пока не забивать эти... Может, оставим эти... Клетки. Вот тут, короче, можно поставить. Да, наверное, давайте я вот здесь могу поставить этот. Вот. Причал. То есть это еще плюс к этому будет. Дополнительно. Так, сейчас. Во. Сначала я хочу беремой начать плыть. И мы поплывем в сторону Египта.
Ну, наверное, сюда давайте переводить. Все, этот весим просто пока не ходим. Эта колесница у нас отдыхает. Интересно, до 80 выдержит? Слушайте, ну карта огромная на самом деле. Нет, нет, не убивайте. Фу, кажется, выжил, кстати, там юнит у меня. Я просто думал, что там один только юнит ворота, а оказалось два. Так, эти должны выжить всячьи сады в Риме. Блин, у нас уже правнуков будущих, которые будут править уже. То есть следующий нас наследник, потом наследница, и уже тут два правнука. Уже этот, наверное, бедняга очень недолго проправит. Он вообще, может, уже умрет скоро сам по себе. Так. Распространяем религию. Давайте Гипоригиус сразу. Что тут? Основные наши города. Там только одна семья пока. Иудеи. Так, окей. Тут мы что сделали? Шахту. Давайте, наверное, еще шахту. Как видите, меньше всего именно железо капает. Так, вот тут сначала спасти рядового. Ну, куда тебя перебрасывает? Это вообще надо в настройках, наверное, отключить этот автоматический переброс. Так, убивает. Давайте слоном, наверное. А этим сюда подходим. Отлично. Так, теперь с нумидийцами разбираемся. Блин, вот этот урон аж троим, видите, наносит. До этого достреливает, нифига себе. Этого могут убить, мне кажется. Может сюда встать? Блин, что-то я, мне кажется, тут не очень хорошо ход сделал в этот раз. Ладно, давайте хоть одного убьем. Надо было этого убивать. Ну, то есть несколько юнитов надо было. Ладно, давайте я, наверное, сюда встану и вот так нанесу. Блин, я боюсь, этого убьют. А мне не хватает. Приказа не хватает. О. И, пожалуй, я еще куплю приказиков. У меня нормально капает этих очков. Мне хочется по морю Средиземному поплавать. Так, что у нас с законами? Ничего нового не открыто, да? Так, с верой я тоже пока ничего не могу принять.
Этого некуда отправлять. Какую-нибудь торговую миссию отправить с Римом заключать. Ладно, все равно приказов нету. Закончу пока ход. Блин, есть у меня опасения. Я думаю, убьют. Все, пакеты третьего уровня, прокачанные. Это, конечно, я зря так ломанулся. Не надо было терять такой юнит сильный. Зря, зря, зря. И тут давайте, да, шахту. Так, в Аузии я построил трежери. Это у нас артистическое, да? Ну, давайте рабочего тогда пока. А в Картене это у нас какой семьи город? Основной. Тогда тоже рабочего. Хотя, давайте архив. Так. Слабенький. Лучник. О, видите, насколько разный урон наносят. Вообще надо было отходить. Как-то я вообще не забочусь о своих юнитах. Ну, слона тут вроде не должны убить, потому что варвары намного слабее тех же нумидийцев. Два приказа куплю. Хочу греков встретить. Е-е-е. Какой-то у них лидер. А, Александр Македонский. Ну, давайте подарок сразу, наверное, им. То 70. Они намного сильнее. Так что надо дружить. Но они реально далеко от меня, мне кажется. Кстати, Рим получше развивается, чем греки. Тут эти хорошие места. Смотрите, тут и шахты с рудой. Не, ну что, вот что за мания какие-то вот именно туда переться? Убили. Видите, я культуру получаю, кстати, еще за убийство. Мне вот интересно, куда эта культура идет. Мне кажется, она должна, ну, по логике, должна идти в тот город, из какого, откуда юнит, совершивший это убийство. Это было бы логично, по-моему. Так, сейчас еще и этим лагерем займемся. Я тут пока город не собираюсь ставить, мне главное те места закрыть. Один из членов правления греков прибыл со специальным предложением.
Он хочет остаться в Карфагене как иностранный посол и жить среди наших людей, но поддерживать греков. Так, либо согласиться, но будет недовольство в Карфагене плюс 20, либо отказать, либо... Добавить его вообще в правление. Ну давайте. То есть он у нас министром аж стал. Это прикольно, кстати. Так, подожди, давайте посмотрим мои военные юниты. Я хочу всеми юнитами походить сначала. Так, генерал. Давайте шанс крита. Хотя... А, у нас уже есть промоушен, да. Так. Триумф, там немного снимает несчастье, триумф на самом деле. Давайте лучше прокачаем плюс 100 экспы и генералу, и лучнику. Так. Берема дальше плывет. Что у нас рабочие могут сделать? Вот тут гарнизон, давайте. Ага, бараки построены. Делаем. Тут надо мрамор обработать. Дополнительный цивик вход. Давайте оливки. О, ровненько приказы. Да, ну тут, конечно, не такая. Пелопоннес не особо большой. Смотрите, только Спарта и Афины вместились, и все. А в Гипорегиусе рабочего. Сделали. Давайте сокровищницу. Так, здесь после Jewish Disciple еще одну берему буду строить. Так, здесь после офицера я собирался анагар и еще одного офицера сделаем. Напоминаю, что в этих вот зданиях сюда можно поставить юниты, и они будут качаться, между прочим. Странно, что не подсвечено. Раньше оно подсвечивало. А, я, наверное, потому что ходить не могу. Ладно. Следующим ходом посмотрю, будет подсвечиваться или нет. Ну, у Греции 10 очков. Блин, больно слону крылышки обрезают. 3 очка от... О, Александр Македонский умер. О, и королева Дидона заболела. 70% шанса смерти. Неужели 77 лет? Да. Это... Вот. Уровень. Давайте против стреляющих возьмем. Давайте прокачаем лучника и дисциплину. Да, давайте дисциплину. Так, ну медийский лагерь был разорен. Ну, тут говорится о том, что галлы требуют себе какую-то долю от разграбления этого лагеря. Так как я в войне с галлами, то пошли они как бы далеко и надолго. Я все себе забираю. Фиг ли, мне еще делиться с ними зачем-то. Вот осталось последний лагерь нумидийцев. И тут мы закончим.
А, видите, вот подсвечивается уже. Вот тут можно просто поставить этот юнит, и он там будет апгрейдиться. Ну, еще тем более у меня 10 экспа осталось. Наверное, я просто поставлю, прокачаю, и пускай он там дальше улучшается. Так, слоника спасаем пока. Губернатор, да, я так понимаю. Или это... А, нет, генерал. Храбрость. Да, давайте храбрость. Улучшим. Так, герцогиня Бальзабель. Она у нас где? А, это одна из следующих. Это раз, два, три. Четвертый правитель. Ее надо подумать. Давайте, наверное... Знаете, философию обучать. Греки прибыли с предложением торговли. 5 цивиков за 36 денег вход, либо... Да, давайте 5 цивиков. Блин, у нас уже опять 2000. Блин, куда бы это все вложить-то? На самом деле, у нас когда королева сменится, вот это благодаря королеве мы очень много получаем цивиков. Вот, от королевы Дидоны 92. Вход 92. Минус одна легитимность. Минус уровень в Картене. Ну, по-моему, в Картене вообще нету какого-то... Хотя первый уровень уже накопился. Может, все-таки снизить... Ну, это куда потратить избытки еды? То есть, купим еду, чтобы раздать среди голодных. Снижаем уровень. Видите, ноль стал. Отличненько. О, великий зиккурат можно построить. Да, только 600 камня требуется. Да, но это в святом городе строится, и... Во всех городах минус 10% к улучшению, к постройке улучшений. Круто, конечно, но пока... Нет, давайте лучше лагерь вот на верблюдах. Садовника мы тут сделали. Шахтера или каменотеса, интересно. Давайте, наверное, каменотеса. Маловато еще камня. По мне, как бы камень нужен для чудес. Как раз. Ну что? Выживет Дидона, не выживет прям. Да, в следующем году Дидона умирает. Ну что ж, это было долгое правление. 60 лет в итоге будет. И на 79-м году Дидона уйдет, и у нас станет новый. Вот этот, кстати, парень. Поэтому давайте ему харизму лучше прокачаем. По сравнению, конечно, с харизмой Дидона, который 9. Просто 9. За счет этого, кстати, цивики капают. Так. Да, за 400 монет еще одного лучника, тем более я одного потерял. Хорошее предложение. Здесь я порт построил. Давайте тут. И добиваем нумидийцев.
Блин, тут уровень. Ладно, я не хочу уровень сначала дать. Сейчас мы не убьем еще всех. Ну, этот лучник сюда поедет, значит, там будем разбираться. Ну, не должны, мне кажется, слона убить. Крит выдал. Да, блин. Вот это, то, что он сюда подвинулся, не очень мне удачно, считаю. То есть, видите, отсюда смогут проатаковать. То есть, слоника могут завалить. Это греческие, да, это греческие. То есть Ближний Восток, вот это вот заселено греками. Что ж там с Египтом? Неужто Египет покорен? Ну что ж, славная эра Дидоны Великой заканчивается. На трон восходит Бадаштарт. Кем он станет? Бадаштартом великим. Ну, у него не так много времени, к сожалению, для него. Да ладно. Нет, не убили, слушайте. Не так много времени, чтобы... Да. Во сколько лет он вошел? Вот она взошла на престол в 79... Да, в 19... Или в 20, или в 19 лет, да? Она взошла на престол. На трон. Поэтому у нее было время стать великой. А тут чувак в 56 лет в тени матери провел много времени. Но зато он дисциплинированный, харизматичный и мудрый. Тоже, видите, он разочарован смертью. А, он был, кстати, разочарован в королеве Дидоне. Просто не в смерти, а просто разочарован в королеве. Ну да ладно. Так. Как мы отметим наш приход к власти короля Бадаштарта? Либо организовать рабочие группы для улучшения земель. Это плюс дисциплина. И король становится не просветленным, а продвинутым, что ли. Еще и рабочий в Карфагене. Ну, генералом я не хочу, что тут его на генерала делать. Или вдохновить артистов в столице. Это мудрость и культура. Плюс нет, давайте лучше улучшим земли и рабочего заодно получим. Так, мы заканчиваем войну с нумидийцами. Мы захватили правителя нумидийцев. Его привели к трону. Он высоко держит голову и спрашивает и просит проявить к нему милосердие. А, не к нему милосердие. То есть оставить в живых его молодого сына, а вместо его. Ну да, давайте. Заодно, видите, получим плюс две мудрости. Отлично. Все. Нумидийцев больше на карте нет. А, нет, слушайте, вот еще. Типа... Они, видите, не считаются... Не нумидийцы, а просто какое-то кочевое племя написано. Все, ну вот тут наконец-то зачистили. Сейчас осталось тут два города поставить и зашибись. Так, какая у нас амбиция будет у Бадаштарта? Захватить, ну это сложновато вообще-то, столицу.
8 тех открыть, это возможно, мне кажется. 30 специалистов, это будет очень... Давайте 8 тех попробуем. Что у нас по семьям вообще? Ну да, давайте 8 тех. Так, все. Блин, чуть не убили мне этого. Отходим. Рабочими только 4 приказа осталось. Я, наверное, сейчас потрачу денежки на какие-нибудь новые приказы. Давайте вот тут гарнизон, действительно. Не денежки, а вот эти военные очки. Вот этим я думаю, что я лучше какую-нибудь приму способность в иудаизме. Потому что у меня слишком много цивиков надо тратить. Деньги точно не нужны. Вот культуру или цивики? Я бы, наверное, все-таки цивики, потом наука и потом, наверное, счастье. Я бы вот так шел. Легализм, гностицизм и дуализм. Поэтому у нас этот раввин легализм принимает. А, нет, я вообще не трачу цивики на этот. Да, что-то... Куда ж мне цивики-то девать? Так, давайте посмотрим, что у нас вообще тут могут делать. Это просто новый рабочий. Кстати, в Карфагене у нас есть губернатор. Так, ну вот тут, да. Давайте куплю приказы. Еще один приказ нужен. Просто тут два приказа требуются. Сначала убирается вот этот кусты эти. А вторым приказом ставится... Ну ладно, пропущу тогда. Тут два хода. Так уж и быть. У нас меньше приказов стало, потому что снизилась легитимность из-за прихода нового царя. Соответственно, меньше приказов мы имеем. Интересно, куда конвертируются цивики? Лишние. Вот эти лишние, по-моему, конвертируются в приказы. Блин, убили. А, нет, не убили. Показалось. Тут расставлю просто, чтобы они тут не появлялись новые здания, новые варвары. Местные лидеры в Карфагене хотят провести сезонный фестиваль национальных ценностей. Как мы его... Какая будет его тема? Знание и наука будущее, либо все возможно в нашем государстве. Может так понять. Давайте знание и наука будущее. Науку получим. Так, заодно мы открыли картографию. Теперь давайте что-нибудь откроем вот это для законов. Не надо цивики куда-нибудь тратить. Эти бесплатные анагар можно было бы взять. Гильдии на один ход быстрее строится улучшение, либо элиты
Все старшие специалисты. Ой, меньше, да. Я бы вот элиты принял, кстати. Так, группа талантливых ребят предстала перед правлением. Короче, мы можем вложиться и получить. 1000 платим, и либо великого торговца получим, либо великого солдата. Давайте торговца, я могу, наверное, его канцлером буду, смогу сделать. Давайте, у нас канцлер умер. Приказ дополнительный у Балхана молодого. Цивики мне точно не нужны. Вот они тут одинаковые. Тибериус вот этот. Одинаковая дисциплина, харизма, мудрость. И тут то же самое. Но я вот этим поставлю, потому что он из нашей семьи. То есть это плюс к семье будет. А этот из Рима... Как бы пофигу, что... Ему это больше понравится. Так. Гипперегиус можно... Губернатора, во-первых, короля поставить самого. Ну, вот это для новых юнитов, это, конечно, надо в военные города. Давайте короля в Гипперегиус. Хороший губер будет. Крепость не хочу пока. Тут, кстати, я тоже уже практически все в Хадрометуме улучшил. Давайте, наверное, шахту. Все, уже приказы заканчиваются. Ну, конечно, вот у меня сейчас такая серьезная нехватка приказов постоянно. На самом деле. Где мне их взять бы, а? Ладно, в Гипперегиусе что построим? Тоже давайте форум. Том архив. Ну, у меня тут накапливается камень. 7 юнитов. 7 юнитов я не смог походить с 7 юнитами. Мне, кстати, надо 2 поселенца. Ну вот, как только отправляешь короля, какой-нибудь губернатор в какой-нибудь дальний город, значит, сразу вот остывают отношения между вами и королевой. Ну, в данном случае мне пофигу, потому что уже куча наследников. И я бы даже сказал, еще и дальше куча наследников. Поэтому... О, смотрите, а вот этот нелегальный сын от какой-то чернокожей еще и дальше... А что это вот за сын? В кого вот он из них двоих? Почему он такой черненький? Что это за фигня? Кстати, у короля уже младшие братья даже поумирали. В 50 и 43. Так, что у нас в Карфагене? Сетлера я сделал. Мне кажется, надо еще одного делать. Сразу же. Там надо заселять всю эту территорию. То есть одного я сделал сюда, потом еще одного сюда. И я бы, конечно, еще тут город поставил. Вот прям уже полностью быть уверенным. Так, тут слишком долго поселенец будет делаться. Давайте садовника.
Или все-таки каменотесов. Ладно, каменотесов. У нас город такой. Тут можно как раз троечку каменоломен сделать. Странно, почему тут оно строится каменоломен, не пойму. А здесь нет. Типа это. А, это не считается песком, кстати. Поэтому там и строится. Так, эти ребята тут будут просто стоять пока. Этого надо сюда влечение. Этот стоит пока. Мне просто, может, не хватит приказов, поэтому я хочу сначала... Так. Давайте рабочего сюда. Есть тут что улучшить в картене. Потом я хочу беремой наконец походить. Ага, Дорадос. Хочу Кипр найти. Я бывал на Кипре. Хочу видеть, как он в игре выглядит. То есть вот это, я так понимаю, Малая Азия. Ну, то есть Турция современная вот тут. Видимо, да? То есть Кипр где-то здесь должен быть. Ну и, соответственно, Египет вон тут. Внизу будет. Заканчиваем ход. Отношения с семьями вроде отличные. С государствами, ну вот с греком не очень пока. О! Рим иудаизм принял. Отлично. А когда слуги разбудили Табибу тактика для его упражнений, они нашли его пропавшим. А, пришли будить, видимо. А также пропал один из участников, не участников, членов совета Раби. После небольшого расследования Раби был агентом, который работал на неизвестные иностранные силы. Ну, давайте экспедицию, чтобы найти Раби. А был бы дипломатом, что-то можно было бы еще сделать. 400 монет тратим на это дело. Ух ты. Смотрите, если я оставлю ее с ее работой, то принцесса Балзабель может стать, ну, вдохновленной, знаменитой или сумасшедшей. То есть такой вариант, знаете, так что я, наверное, просто 155 золота, науки на два хода ускорили открытие. Так. Плюс две мудрости ей дать. Ну, она как губернатор Хадруметума будет еще науку давать. Либо intelligent плюс две науки за каждый... Да, давайте, наверное, вот это. Там вроде культурный уровень неплохой. Ага, то есть плюс 6 науки она тут дает. Угу, и в собратье нужен губер. Ну, вот тут кого-нибудь на юниты... Это новым стреляющим юнитом. Тут просто 50 экспы. Но это, кстати, следующая... Да, давайте ее поставим. Принцесса следующая. А почему у нас... А почему у нас наследником
внучка, а не Табиба. А, Табиба. Это она, что ли, исчезнувшая считается, или что? Что-то я вот как-то не очень понял, почему. Давайте этого парня с спаймастером и отправим его в Грецию. Хочу открыть Грецию полностью. Так, ну и где заселимся? Ну, так, наверное. Не, вот так лучше. Так, больше нравится. Так, какой мы город? У нас два города у артистов, три. Да, давайте артистам выдадим. Начнем с форума. Потом архив. Кипра не видно. Горы, Таурус. Так, лечимся. Лечимся. Тут стоим. Ждем. Тут лечимся. Лечимся. Тут как раз можно будет отсюда по морю. Хотя, блин, вот это не соединено, к сожалению, да? Так будет, можно будет по морю очень быстро перебрасывать юниты. Собственно, когда я тут город поставлю, я это и сделаю. Переброшу сюда и пойду. Хотя, слушайте, может мне туда плыть? Вот тут лучше зачищать галлов и заселять Испанию. Как я вообще могу юниты перевозить? По-моему, они сами по себе по воде не ходят. Берема. Грейдится в три ремы. Ну, тут не пишет ничего, что на нем что-то можно перевозить вообще. Три ремы я, по-моему, открыл. Да. Ну, я не вижу, чтобы было написано, что можно драмоны вот здесь. Это следующий уровень. Кажется, как-то юниты, все-таки на морские юниты надо размещать и плыть. Аузия. Ну, видите, там куча, конечно, народу бегает, но это уже слабенькие юниты. Принцесса Белзабель закончила свои обучение философии. Но она у нас, да? Но у нас следующая. Кем ее сделаем? Строителем или ученым? Может менять техи, которые выпадают для исследования. И три мудрости. Кстати, а у нас наш лидер вообще... Вот такой старенький стал. М-м-м.
Можно несколько юнитов. Давайте, наверное, строителем я ее сделаю. На одном тайле несколько юнитов могут строиться. Таким образом, мы чудеса сможем быстрее строить. Ух ты, один из наших агентов у барсидов, это одна из семей наших, говорит, что они содержат тайна пленника, который оказывается захваченным послом из Греции. Ну, наверное, надо освободить и вернуть... грекам, да, немножко испорчу отношения с этой семьей, но у нас, в принципе, не так неплохие 130. Я не хочу с греками портить отношения. Так. Дальше давайте... бесплатный утрем. Не, давайте вот какие-нибудь законы еще примем, откроем. Ну и тем более надо что-то мелкое открывать, я хочу 8 тех... выполнить это задание. Так, и здесь из законов я элиты хотел принять. Быстрее теперь все специалисты будут делаться в городах. А, это я раньше принял, чем тут выпало задание, поэтому ошибка. Так, ну что, я могу здесь поставить... Да, я здесь кори вот это поставлю, потому что это будут 4 каменоломни. Они друг на друга будут хорошо влиять. Так, этот парень тренируется. А вот и Кипр, судя по всему. Ага. Доплыли. Ассирийцев встретили, Ну давайте им подарок выдадим. У них королева Кединития Лев. Ну, они как бы на моем уровне развития. Что в плане силы? Да, и по силе они равны. Вот греки сильнее, Рим сильнее. Так, ну должен быть еще Египет и, видимо, Вавилон. Ну, вообще, Ассирия и Вавилон, они примерно в одном месте находятся. Так что они там должны очень конкретно спорить друг с дружкой за территорию. Три юнита в бараке расставил, пускай лечится. Смотрите, слон даже не просто не анимирован. Он тут даже у него картинка двухмерная, а не трехмерная. Это. Ну, давайте, кстати, дадим ему уровень. Ну что, потихоньку. Перебрасываем юниты. И этого давайте перебросим. Все. Бедняга, так мало поправил. Так мало был правителем король Бадаштарт. Ну, хотя он еще не заболел, я что я такое говорю. Но Дидона, конечно, ломанула. Блин, что-то неудачно. Жена заболела. Ну, хоть выжила Берема, слава богу. Так, надо как-то... Как бы мне полечиться-то?
А, да, посмотрим, что тут. Война с галлами длилась слишком долго. Долго достаточно, скажем так. Наши шпионы рассказывают, что один из лидеров галлов ищет себе спутницу жизни и... Не, ну, принцессу... Да не... Не хочу я... Не, нафига нам на галлах? У нас римские более крутые ребята. А, кстати, вот уже границы тоже ассирийцев. Города ассирийцев тут. Ладно, давайте мы, наверное, обратно поплывем. Что-то не хочется... Трирему терять. Не Трирему, точнее, Берему как раз вернемся обратно. Апнемся в Трирему. Один из ваших осадных юнитов в Кадрометуме был закончен, но инструкторы хотят продолжить тренировать, ну, тех людей, которые будут этим осадным юнитом управлять. Давайте, то есть тренировать защищать города, атаковать города и на открытом поле. Вот это я хочу. То есть он несколько прокачек сразу получает, видимо, этот. Ну да, вот. Плюс 5% фокус и... Ну а Stat Fist это и хиллер это от города. Потому что там губернаторы специальные сидят. Ну что, перебросим, посмотрим, как он против варваров тут будет действовать. Жители Хипорегиуса хотят за едой сбегать. Ну, пускай сбегают. Я не думаю, что мне сейчас много приказов не надо, ведь можно было 7 приказов взять. Хотя мне и еды по-хорошему много не надо тоже. Так, в картине архив давайте. Тут обработали оливки, да. Так, рынок, я думаю, нам не нужен. Может уже культурные здания начинать строить? Ну, конечно, можно вот этот еще для тренировки стреляющих юнитов. Да, давайте, наверное, это... Тем более, это ж какие, военный город у меня от военной семьи. Кстати, уже видите, как мало цивиков? Это из-за того, что я законы принял. Это скорее вот содержание этих законов. На них тратится вход. Ух ты, это кого там? Товар? Это, по-моему, римские... Рим уже пытается тут... О, мы Грецию открыли. Рим... Да, это римская колесница. Рим пытается там заселять территорию. Не очень меня радует. Но надеюсь, тут у грека с Римом будут терки. Видите, полностью видим всю территорию Греции. Теперь, видимо, надо отправлять шпиона в Ассирию.
Давайте гордым харизму прокачаем, зато мудрость уйдет. Так, торговля с ассирийцами. А, не, они даже мир предлагают. Давайте просто мир, да, я согласен. Я вообще не представляю, как я тут с Ассирией могу воевать. С таким расположением. Так. Просто деньги дадут, либо батл-лайн. Давайте батл-лайн открывать. Ну, то есть я сейчас выбираю те техи, которые как можно быстрее открываются, чтобы вот выполнить эту амбицию. Так, и здесь монотеизм плюс один приказ за каждый город с религией моей, либо... Давайте, наверное, плюс один приказ. Мне больше это нравится. На христианство у кого? У Вавилона. Угу. Значит, Вавилон тут есть точно. Мы его не встретим. То есть еще тут должен быть Египет и Вавилон. Всего будет 6 цивилизаций. Ну, бараки. Как-то тут бараки неохота строить, честно говоря. Пойдем тут. А вот в этих городах артистов, видите, шахты и лесопилки на 20% больше дают. Так что имеет смысл у них шахты. Ну, правда, жалко, что на этих не действует. На каменоломне. Так, ну и мрамор надо бы обработать, конечно. Я попробую камень накопить на чудо какое-нибудь. Так, что у нас в городах? Давайте глянем. Тут я форум второго уровня построил, архив. Понимаю, что это 40 камня, но это все улучшает выхлоп от городов. Тут рабочий. Тут у нас артисты, да, блин. Военные юниты тут нету смысла строить. Ну ладно, давайте еще рабочего тогда. Один тут остался житель. Ну, житель я могу в какой-нибудь специалиста отправить. Тем более, я сейчас специалисты дешевле. Ладно. Давайте добавлю тут эти клетки. Надо специалистов делать действительно. Беремой сначала походить. Каждый ход, вот, когда юниты стоят в этих бараках, то они 20 экспо получают. Ну что? Давайте потихоньку к этим варварам подходить с анагаром. У меня мало приказов на самом деле.
Мало приказов. Нужно больше приказов. Ну и надо уже храмы начинать строить, а храмы... О, 4 чуда контролировать. Это наша наследница. У нее будет такая амбиция контролировать 4 чуда, одну из них легендарную. Для легендарного чуда надо, чтобы... Блин. К сожалению, у меня нету ни денег провести там празднование их наследия, ни... Короче, у нас король становится нетолерантным. И минус к наукам. Из-за этого мы начинаем получать. Но зато в Аузии снижается несчастье. Ну, плохо, я бы не хотел науку терять. Так, кого мы сюда отправим губернатором? Какие тут, ну, эту тупую не хочу. 2 экспы вход и плюс 20 мнения. Плюс 4 культуры будет. Ну, это так себе просто цивики. О, все каменоломни плюс 50. Вот это, кстати, надо. Да. Это существенный прирост камня, кстати, сделает. Было 105, стало 116. На 10 вход. Нормально, нормально. Тут давайте в тактику. Еще берема. Давайте офицера сделаем и еще... Подождите, а серьезно я берему построил? Что-то я не вижу где. Трейн берема. И где она? А вот она, да. Ну, кстати, мы ее апнем в трирему. Тоже, кстати, нарисованные, смотрите, это 2D просто иконки, не трехмерные модели. Что-то нагар медленно двигается, прямо скажем. Давайте генералы сюда. Герцог Гамилькар. Фокус. Спасибо. Фокус прокачиваю, чтобы эти были ваншоты. Да, тут нечего уже делать. Ну, эти, как их, блин. Криты. Криты, чтобы проходили. Критические удары. Чем больше фокус, тем больше критов проходит. О, выперся. Жалко, что он один. Я хотел посмотреть. Блин, ну мне не нравится, что там Рим зачищает это все. Я там хотел города ставить. Блин, от семей пришли. Но мне они оба не нравятся, что они недисциплинированные.
что ни одного из этих не берем. Да, пускай селятся. Прибыли беженцы варварские. Захотели поселиться в Аузии. Почему нет? Так. Ну, доктрину. Вот как раз храмы смогу начать строить. И торговцы из Рима. Так, что предлагают? Нет, вот камень я как раз торговать не хочу. Сорян, Рим. Камень нужен самому. Этот что строит? Ага, да. Правильно строит. Так, хорошо. Давайте я, наверное, зиккурат начну. Я куплю сейчас. Хотя дороговато, слушайте. У меня следующим ходом будет камень и так. Давайте я пропущу тут ход пока этим. Апнул в булавочника, я не знаю как. Ну, короче, чувака с булавой. Это следующий по силе наземный юнит. К сожалению, я не могу сюда переплыть. И надо бы поискать, каким образом я смог бы туда переплыть. Потому что пока я не знаю. Not unlimbered? Это что значит, интересно? Недосягаем, типа? Хм. А, вот так надо. Нет, ну слушайте, ну это... не очень прикольно. То есть его надо сначала анагар установить. Типа, ну как, ну он работает как катапульта. Вот в шестой циви, например, они не могут этим же ходом атаковать, грубо говоря. Да, ну это... Тогда это... Ну, я как бы его построил, чтобы проверить, как это работает все дело. Оказывается, не очень прикольно. Ладно, установлю. Может понадобится сейчас. Посмотрим, как тут варвары будут подходить, не будут. Да, там Рим зачищает, конечно. Типа, не успел я Испанию заселить. Так, открыли Ассирию. Ну, в Ассирии не так уж и много. А вот, кстати, границы Вавилона. А вот границы Египта. Да, построить стены в собрате. Ух, прикольно, видели, как нанесло урон вокруг?
Нет, они классно встали. Все-таки Анагар сработал. Пойду по побережью проплыву. Авось найду Египет. Блин, тут еще места, кстати, по побережью-то заселять. Так, и этот у нас вот сюда отправляется. Посел. Карфагения. Disciple давайте делать. Это нам надо для того, чтобы храмы построить. Это, видите, одна из амбиций у нас 6 храмов. Сколько у нас уже городов, кстати, в религии? Карфаген 1, Хондрометум 2, Сабрата 3, Гиппорегиус 4. То есть в 4 уже можно будет построить как минимум. Так, если тут сделаю 11, а тут 13 будет, если спеца. Не знаю, давайте рабочими. Не, давайте. Хочу шахты больше, чем... Не шахты, в смысле каменоломни больше, чем шахты. Не, ну так-то, конечно. Ну, наверное, все-таки анагарами классно было бы города захватывать. Атаковать. А не вот так в чистом поле. Так, посла. Наверное, на мудрость. Нифига нам. Я не уверен, как-нибудь мудрость вообще влияет на работу посла. Мудрость-то, конечно, на все влияет, понятно. Но в данном случае... Жалко, что морские юниты никак не могут вот после того, как корабль поставлен на якорь, наземные юниты могут перейти сквозь водные тайлы на то расстояние, которое двигается этот водный юнит. То есть мне надо сюда вот привести, поставить на якорь, и тогда у меня наземный юнит туда просто перешли бы. Вот как надо было сделать. Как у нас тут с Римом обстоят дела? Что-то магониты как-то хуже стали относиться. Вон те вот минус 40 через 2 хода закончится и через 3 хода. То есть этот минус 80 скоро закончится. Надо, кстати, с ними...
Так. Сразу повысилось отношение. И каждый город тогда лучше работает. Чем лучше отношения, эти города под эгидой семьи по-другому себя совершенно вести будут. Так, наконец-то последний город я тут ставлю, где я хотел, на территории нумидийцев. И это у нас будет моей основной. Сначала форум строим. Так, у меня куча камня накопилась. И я, собственно, вот тут... Какие мы чудеса можем построить? Только зиккурат пока, да? Не, ну надо строить. Сколько он будет строиться? 11 лет. Так, сюда бы лучника отправить. Кстати, и святилище можно какое-нибудь. Ну ладно, наверное, уже в следующей серии закончу я. Тут долго, довольно длинная серия была. Бадаштарт, строитель. Переведет Карфаген к процветанию. Да, вот жалко, я Испанию, честно говоря, не зачистил, не заселил. И уже сейчас поздно этим заниматься. Ну и в Греции король умер. Слышишь, что-то хотел, он быстро умер. Возможно, его смерть ускорили. И королева Антония Фабия, кстати. Ваша сестра, sister-in-law, между прочим. Да, но у нас есть общие родственники. Подожди, sister-in-law, это значит... нет, это не родственники, это мы женаты на ее сестре родной. Вот, король Бадаштарт. Все, 71-й ход. На этом я серию закончу. Спасибо, что смотрите. Я понимаю, что это не настолько динамично, как шестая цива, это все понятно, но... Игра новая, тут я еще сам разбираюсь, но мне очень, очень нравится вести... Карфаген. Ну и не скажу к доминации в Средиземноморье, потому что все-таки тут доминируют на самом деле греки с Римом на данный момент. Это уж точно. Но у нас своя цель, свои интересы в регионе. И, в общем-то, Карфаген, по-моему, неплохо выглядит. Ладно, до следующей серии. Спонсоры видят ее уже прямо сейчас во вкладке сообщества, все остальные увидят ее завтра. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.